На избирательных участках можно выбрать не только президента страны, но и объекты, которые благоустроят в следующем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году на голосование вынесено 6 локаций. Комсомольский проспект, сквер Победы в Малаховке, сквер в Октябрьском проспекте, парковый ансамбль «Не вернувшимся с войны», лесопарковая территория в поселке Томилино и общественная территория у ГСИ в поселке Красково. 15 и 16 марта отдать свой голос за ту или иную территорию можно в 6 пунктах для голосования. В кадетской школе, во втором корпусе 15-го лицея, в гимназии номер 18, а также школах 10, 52 и 53. 17 числа в Масленицу у нас будет 14 локаций во всех парках городского округа, плюс на 6 УИКах и центральный парк, станция Люберцы-1 и торговый центр «Орбита».